Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую на основных каналах Нейроведьмы. Давайте, знаете, о чем поговорим? Насколько сильно вы друг друга любите? И поработаю я на очень такой красивой колоде. И это Таро ночи. Давно я на ней не работала, но, скорее всего, пришло время какой-то нежнятины, глубины чувств. И пришло, вероятно, время любви, и как-то нас прям сильно штырит на это все. Поэтому, видимо, какие-то правильные энергии, не знаю, когда вы будете смотреть на расклад, ну, то есть, если вас там позовут на свидание, соглашайтесь, потому что, может быть, что-то красивое случится. Так, не будет длительной болталки, потому что я несколько ограничена во времени. У меня есть еще свои земные дела, помимо читать вам божественные потоки проводить. Так, здороваться тоже как бы сильно не буду. Продолжаю быть и оставаться нейроведьмой с миллионом других тайных имен, инициаций и прочего, но периодически я вам все это подсвечиваю, если вы вхожи как бы в мой круг. Как бы если нет, значит нейроведьма. Так, давайте смотрим у нас зеркало. Зеркало души, да. Смотрим общую энергию отношений, возьму совет, возьму чувства, и вот это все мы, короче, с вами немножечко проанализируем. Выбирайте камень, который послужит проводником для вас. Зеленый, оранжевый и полосатый. В инфобоксе время начала вашего видео. Ну что, зелененькие, я вас приветствую. Что на дне колоды? Ой, какой-то, значит, мы в чувства это не пошли. Пятерка чаш. Пятерка чаш. Или обожглись, да? Или Ну что, привет, зелененький, давайте смотреть происходящее с вами. На прямых позициях на Таро ночи прекрасная колода, рекомендую еще и оракул, потому что он, конечно, мощненький, если вы готовы вот эту всю нежнятину, очень красивую, пусть теневую через себя проводить, да, несколько, может быть, у кого-то хтоническую. Но послушайте, как бы подземные миры не всегда хтонические, давайте уж по чесноку, потому что там как-то их сильно больше. Кто-то вообще выделяет, ну, в веканской, например, на мифологии, там 8 миров ведьм. Вот так вот, ребят, так что не только у нас верх и низ есть, у нас еще и другие пространства. Так, окей, о чем говорим? О ваших чувствах, да? Сейчас вот ваши чувства по отношению к партнеру. Ну, что-то как-то я не могу сказать, что вы прям тут это трепещете всеми фибрами своей души, да? Или там распускаете розу свою навстречу, потому что по справедливости. И, скорее всего, вот это все должно произойти. Да, по справедливости как-то вот вы сейчас ситуацию начинаете оценивать. Что там по справедливости происходит? Посмотрите, какая она красивая. Явно здесь, может быть, тоже вмешивается что-то божественное, да, которое говорит, хорош, что нюни, да, там распускать. Давай посмотрим со стороны. То есть нам нужна определенная аналитика. По справедливости, потому что явно в твои чувства, в понимании происходящего начинают, собственно, вмешиваться высшие силы. А может быть, знаешь, если мы сейчас с тобой пойдем в магические аспекты, я могу сказать, что были, скорее всего, попытки перемены судьбы. Кстати, да, то есть, может, человек там, не знаю, по судьбе или не по судьбе, здесь вмешивается, посмотри, высшие силы, как бы в эти все чувства. И явно запускаются очень интересные процессы, да, по колеснице. То есть тебя тут, у тебя очень как это сейчас мощная аналитика идет, да, происходящего. И что колесница-то к чему привела, да, к чувствам-то? Угу. А колесница на самом деле привела к тому, что по справедливости
как-то огонек-то в тебе перестал пылать, да? Тут жезлов, там, собственно, четверка жезлов. Как-то ты, скорее всего, начинаешь ждать какой-то обратной реакции, да? То есть ты погасила свечу, загадала желание, да? Ты ждешь, да? Вот как-то так. Ну, собственно, я все сделала. Я все сделала, я, собственно, жду теперь от тебя какой-то ответной реакции на все это происходящее. Ну, окей. Давай, а вот твой-то чемодан-то без ручки или что такое? А тут смотри, какая интересная история. Он такой, значит, видимо, наеденный твоей любовью там, да, потому что нам показывает, что справедливость, потому что явно там, да, кормила, да, ресурсами пацана. Ой, музырь была еще, боже что мой, восьмерка это пентакли, королева пентакли, то есть ты вот есть ощущение, что прямо его и вдохновляла там, да, и давала ключи, которые явно пацан не брал. Тут вот ситуация такая, что он-то сейчас как бы в рыцаре жезлов, да, и его чувства, ну, как-то, посмотри, как-то, видимо, что-то у нас пронзает такие холодные адахаты, ну, посмотрим сейчас. Рыцарь жезлов это просто какие-то действия там или что такое? Угу. А еще и гасит их, короче, да? Гасит их, короче, или погасил, да? Короче, погаши свечи мне показывай здесь. Так, а что у нас еще? Короче, смотри, в чувствах на самом деле пацан твой. Мальчик, не знаю кто, что еще и как, ушел разбираться, что же это вообще было, да, и что же вообще сейчас по факту между вами происходит. Потому что какой-то формат непонимания вышел, да, какой-то, собственно, бойцовский клуб, какой-то, знаешь, немножечко шизофреническая история в этом всем. Много очень недоговоренностей, много вранья, много перекрученных каких-то событий, историй, много метафор, которые так и не прояснились, да, ощущение, что вот какого-то постоянного иносказания. Ощущение постоянного иносказания, и, может быть, это были какие-то науськивания со стороны врагов, там что-то такое, только сейчас есть ощущение некого прояснения. Есть ощущение некого прояснения. Ну, вот поэтому явно как-то сейчас мы... А этот сказал, а этот подумал, а что на самом деле, а что по факту. Но как бы сам факт, что... Я здесь хочу посмотреть, кто свечи погасил. Кто же погасил-то свечи ваших чувств? Люди вмешались или что? Люди, знаете ли, особенно вот эти вот все низкочастотные персонажи, которые мнят себя высокодуховными, всегда очень завидуют красивым, счастливым людям. Красивым, счастливым парам, потому что очень большая зависть, что она хата закрыта. Так что, может быть, была такая история, как знать. Четверка мечей, девятка мечей. Ну, вы, конечно, в сомнениях и страхах, да, вы прям достаточно сильно запуганы. Карта мира, четверка пентаклей. Вы знаете, есть ощущение, что есть какая-то штука, которая разрушает или разрушила ваши отношения. Может быть, это, знаешь, как какой-то подарок вот из интернета, я тебе хочу сказать. Да. Какая-то такая история. Потому что посмотри, какая мощная остановка у нас происходит. Вполне возможно, даже какие-то треугольники, две женщины здесь. Какой-то боже, тут какой-то, смотрите, выбор там какой-то мощный очень. Вот там и вот там вот у него происходит. Хорошо, так, а с его-то стороны, что там по отношению к вам?
Ну вот, вот в этом всем паучьем царстве как-то явно, или в ведре с крабами явно как-то, знаете, существовать было невозможно, да, в этом всем что-то очень много грязи, сплетен там. Поэтому, соответственно, сейчас вот какой-то момент, знаете, прояснение ситуации, там, истинные, как бы, отношения и так далее. Ну что, общая энергия сейчас отношений, общая энергия отношений, на самом деле, это раненое солнце, да, может быть, это раненое самолюбие, это претензии, которые накоплены по отношению друг к другу. Это такое ощущение, что вот... чувства на самом деле были, может быть, они-то и есть, да, но такое ощущение, что как будто вот никто в них не верил. Нет, но между тем, как бы по тройке жезлов, безусловно, есть как-то желание ситуацию прояснить, да? Тройка жезлов у нас эти отношения, она не закрывает. Вот здесь вот, это, ну, знаете, как, вот эта общая энергия отношений, знаете, она больше на женщине, которая что-то исцеляет, которая через огонь вот этих вот всех пауков, понимаете, из отношений пытается просто вымести, да? Потому что вот она почему-то настроена на очень решительность здесь. А он что в этих отношениях, общая энергия? Слушайте, у него есть чувства. Вот это, ну, такое ощущение, знаете, все-таки потери вот этих чувств, да? Но они есть, да. Давайте руководство и совет, да, условно, смотрим. Выйти из иллюзии. Мы сейчас выходим из иллюзии. Ну, я же говорю, что жгите, жгите Богу. Жгите иллюзии, проясняйте, пожалуйста, ситуацию. Это очень важно. Проясните, пожалуйста, ситуацию. Да. И вполне возможно, когда вы с этим человеком поговорите, вы увидите его все-таки вот эти истинные моменты. Что вполне возможно, что он даже о чем-то жалеет сейчас. Сейчас, да, когда вот сейчас вот ситуация будет проясняться, да, вот он действительно поймет, что вот прям вот выход из иллюзии у него. А вот когда он случится, тогда уже можно будет ситуацию прояснять. Пока тут как-то прям какие-то разборки непонятные происходят. Мне очень нравится дом с привидениями, потому что прям проясняет картину очень четко. Очень четко проясняет картину. А там что, правда магия есть? Да, при этом защита такие мощные, кстати. Да. Да, есть такая. Нет, ну, слушайте, либо влияние какое-то, что рассорки. Да? Рассорки, кстати, очень мощные по первому варианту. А получится ли их преодолеть? Да, безусловно, конечно. Конечно. Боже, какая прелесть. Я даже знаю, кто помогает преодолевать. Но они просят об этом не говорить. Будет разрушено колдовство, говорят. Весь этот мусор, весь этот грязь. Вся эта грязь. Грязи очень много здесь. О, девочка моя, пожалуйста, посмотрите первый вариант. Я очень рекомендую какие-то защиты, чтобы просто вот себя... наполнить, потому что очень сильный слив энергии по первому варианту, и там вот вы как в дырах, знаете, прям мне захотелось какие-то черномагические взять карты, потому что очень много грязи, очень много какого-то прям зла, ненависти льется здесь. Что, душ солью, свежие цветы, все, что возвращает вам энергию, да, и запечатывайте, пожалуйста, ее, потому что нам понадобится. В ближайшее время понадобится очень-очень много, потому что будет активная фаза роста. Так, двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Кто-то очень не хочет, чтобы я что-то говорила, да? О, боже, тут какое-то прям, да скажи ей, прям что-то такое прояснение действительно отношений.
Давайте чувства ваши по отношению к партнеру. Конечно, влюбленная курочка. Ой, какие чувства. Сердечко-то не разбитое, да? Посмотри, все прям как ты. Посмотри, как ты свою прекрасную розу, да, окутала проволокой. Я бы тебе почему-то вот эту розу прям даже в район Сватхистана переместила бы мысленно как-то. А это я, кстати, еще смотрела. Ну, достаточно старый, не знаю, что это, алхимические репродукции. Там, собственно, женщина была изображена, и там у меня роза же в районе Сватхистана распускается. Вот ты почему-то в сердечко переместила, но там явно Сватхистана тронул, да? Че, любовник хорош? Умеренность? Потому что ничьей. Сейчас анализируешь много. Ничего, да, что я там говорю? Может, как-то откровенно? Какое-то даже чувство мести может быть у тебя, да, там, посмотри. Как-то внутренний конфликт. И ты, мой котик, короче, пошла почему-то в программу саморазрушения. Ты решила себя, что... отрезать любовь. Сёрка пентаклей. Понятно. Ты решила, короче, грохнуть свои ресурсы. Ну, давай так, объективно. То есть, смотри, все про тебя, ничего про него. Ты заметил? Дарлинг, ты заметила? Ты заметила? А еще, пожалуйста, это. Еще, не знаешь, чего показывает? Почему-то подсадку энергетическую. Кому ходишь на курсы, тренинги, это какая-то большая история, не знаю, рейки, может быть, тантра, еще что-то. А ничего плохого нет в энергиях, есть плохой в учителе. Шестерка тяж перевернута. Башня. Семерка жизни. Кто тебе закрыл из Сватхистана? Расскажи мне. Как говорит одна видящая девочка, которая по камням, которую я уважаю как практика, она говорит про красные камни в район Сватхистана и Анахаты. Да? Может быть, тебе это правда поможет? Почему нет? Почему мы вроде ведьмы, да, а сами себя вот этими целительными ресурсами не восстанавливаем? Почему это все всегда воспринимается как какая-то чернуха, как какие-то черные ногти, как какие-то кладбоны исключительно? Есть же еще энергия жизни, и она не менее сильная, нежели энергия смерти. И поэтому, собственно, у тебя все это есть, что ты себя не восстанавливаешь? Посмотри, да? Посмотри, как ты сама себя просто хреначишь. Как ты сама не видишь выхода, да? Как вот говорит моя инсайта, приносящая подруга, она в другой там ведьмовской школе, да, науки разума. Она говорит, как ты просто хреначишь свое пространство, как ты сама хреначишь свое пространство каким-то токсом. Может быть, выбираешь даже, да, каких-то токсичных партнеров, которые тебе что-то подсвечивают какие-то, да, твои истории, детские травмы. Не мужчин выбираешь, который доказывает, что нельзя удовольствие от жизни получать. Ну ничего, котик, мы с тобой сейчас очень крутую штуку вытащили. И переслушай, пожалуйста, потому что явно мы тут что-то колупнули, да? Смотри, по справедливости сейчас у тебя пойдет восстановление энергии. Тебе сейчас оно очень мощное пойдет. И денег. И денег. Ты видишь вообще, что твоего мужика в этом вообще нет? Его там нет. Ты понимаешь? Что это все, что ты насоздавала, это вот твои иллюзии. Относительно реальности, себя, жизни, своей энергии. Где здесь мужчина, твоего нет? Его нет. Ты понимаешь? Ты мне говоришь про чувства, а там нет. Там нет фигуры. И, может быть, это говорит о том, что ты достаточно долго без отношений, но при этом энергетически привязана к какому-то фантому своего бывшего. А он жрет энергию по королю жезлов, да? Да, он на ментале прям сидит у тебя прочно очень. А ты все... на уровне души сатисфакции просишь, да? Чтобы он пришел, прощение попросил. Господи, девочка моя, прям как-то не по себе мне за тебя плакать хочется. Чего, слез очень много, потому что они где-то застревают в районе чуть выше Анахаты, да? Вот это, короче, где у нас там солнечное сплетение. Там как будто под дых, да, тебе ударили?
А, тоже какая-то треугольная история. Не выбрали, не показали значимость, да? Решили, лишили прав на любовь, лишили ресурсов. Привет, моей пленнице. И вот, собственно, тебе это показывают, понимаешь, что пришло время себя восстанавливать. Его чувство к тебе. Обидели мышку, написали в норку, потому что он тоже в претензиях. Он в больших претензиях по отношению к тебе, обрати внимание на это солнце. А в претензиях как бы именно по той причине, что через какое-то время, вероятно, его нахлобучило этими чувствами, уже поздно. Да? А уже реально поздно. Пятерка чаш. Потому что ты перестала давать туда энергию. Да? Ты перестала спасать. То есть он получается, он думал, что он будет косячить, ты будешь его спасать. Вот, а ты нет. А он такой, знаешь, думал, что всегда будешь его ждать. Все. А здесь как бы у нас энергетический канал закрылся. Потому что если ты, моя прекрасная дурочка, сама его не закрывала, да, то, значит, есть высшие существа, да, которые понимают, сколь ценна им твоя энергия и твоя жизнь. И все. Потому что здесь пошло восстановление ресурсов твоих. Ты пока еще, видимо, ими не совсем умеешь пользоваться, поэтому тебя от этого перса, короче, отрезают. Ты знаешь, на самом деле он у тебя прям жрет женские ресурсы активно на языке Дугласа и прочих ребят, которые про аксесс, и таких людей называют иксмены. И тебе кажется, что это твои чувства, а на самом деле это его чувства. Много тут говорить не буду. Здесь он просто на самом деле активно питается тем, что, вероятно, рушит женщинам сердечки, они там его активно обсуждают, делят, да, он от этого кайфует, короче, получает энергию. А еще раз чувство по отношению к тебе. Да, вот у тебя, пожалуйста, аджор. Аджор, короче, энергии. Очень сильный, очень мощный. И, скорее всего, ты ему там что-то создаешь. Обрати внимание, да? Обрати внимание, что ты вот постоянно что-то ему создаешь вообще. То есть у него своей энергии нет. Ты видишь по десятке жезлов? Вообще. Своей энергии нет. Но тебя от этого вывели, скорее всего, папа. Может быть, не папа, да? Но твои хранители, посмотри, тебя от этого спасли. От вот этого бесконечного забора энергии. Хорошо. Окей. Общая энергия отношений. А он тебя держит, получается. Все, я даже ничего докладывать не буду, да? То есть вот ты, ну, пока еще пытаешься туда сливать энергию. И, собственно, совет. Совет, короче, руби к чертовой матери. Вообще здесь очень кратенько и понятно. Извини, что такой короткий, но так надо было. Так, троечки, ну что, я вас приветствую. Мы кратенько сегодня смотрим ваши очень интересные отношения. Вы злитесь, да? Злитесь. Шестерка жезлов, но там такая красивая женщина лежит. Может быть, кстати, это тоже покров одной из богинь, которая очень сильно прям за вас переживает. Вы знаете, я когда говорю покров одной из богинь, я, наверное, говорю для тех, кто разбирается. Но, собственно, если нет, ну, потому что все мы как бы люди разные, да? Ладно, мне не дает больше говорить. Говорит, не говори это для всех. Хорошо, не буду. Это нужно в узких кругах, да, об этом говорить. А то сейчас люди натянутся вот на глобус, там семерка мечей. Нет, не у всех, конечно, покров, но шестерка жезлов, рыжая женщина. Это защита определенно мощная.
Вообще, как бы, если я говорю совсем вот для тех, кто пришел просто послушать расклады, то явно по шестерке жезлов вы пытаетесь прям восстановить справедливость. Ну, там есть определенные моменты какой-то, знаете, эгоцентричности. И, собственно, поэтому что-то вы прям считаете себя несправедливо обиженной. Хорошо, чувства, да? Ваши чувства, ваши чувства. Ну, слушайте, вы, скорее всего, вот эту красивую страсть переводите в какой-то разряд духовности, да, по звезде. Видите в этом высший какой-то смысл. Вы это ощутили по повешенному, но, благо, он переворачивается, да, какое-то прям ощущение залипона. Страшно, возможно, потерять человека или какие-то очень мощные трансформационные процессы по десятке мечей, как бы вы, значит, его переместили в ранг святых, да, условно, канонизировали чувака. Канонизировали. Да? Четвёрка пентаклей. На самом деле, по солнцу-то хочется в новое, правда. По солнцу хочется в новое. Но именно я читаю в этой колоде. Слушайте, я так смеялась, мне тут этот админ предъявлял, что я как-то солнце прочитала как что-то измену или злое, и мне написали в комментариях, почему у меня злые расклады. Я в тот момент очень хотела избавиться от всех, прям сжечь напалом, соответственно, и админы, и тупых людей, потому что я тогда, по-моему, работала на хорроре, и в совокупности там как бы солнце, ну, недоброе, понимаете, совсем. И, по-моему, там были какие-то семерки мечей, поэтому я сказала, что мужик изменник. Там как бы это объективная информация, просто когда люди учат меня, собственно, как мне жить, ну, первым делом мне хочется причинить им физический ущерб здоровью. Это не то, что там какая-то угроза, а просто это первая реакция. Вот. Так вот здесь вот, мои прекрасные, смотрите, почему я говорю по четверке пентаклей и солнцу, что здесь хочется как бы идти в новое, потому что, обратите внимание, энергетически что происходит. Боже, да что я объясняю вообще, черт возьми? Новое, короче, вам. Что происходит? Что за училки ко мне пришли? Идите на свои курсы русского таро. Кто вас вообще держит здесь? Звездец какой-то. Вам что, самим нормально вообще духоты своей форточку? Нет, не открыть никому. Пришли тут у меня тут неофиты учить мне жизнь, как вас там научили ваши нафталиновые преподы. Так, ладно. Господи, да что ж бесит это мне так? Ладно. Его чувства. Так, ну у него это в любом случае по восьмерке жезлов чувства есть. Так кто ж такой токсичный иерофант, а, черт возьми. Уйди и закрой дверь с той стороны. Ну, как бы вали, правда, из пространства. Я ж не держу вообще никого. Сиди тут, препарируй. Вы понимаете, что на самом деле здесь он видит потенциал в отношениях, и явно тут, скорее всего, будет пытаться как-то разворачиваться, да, по жезлу. Ну, разворачиваться совсем в другую сторону. Вот если он говорил, что он, типа, давал вам инициативу, сейчас он хочет инициативу как бы брать в свои руки. Обратите внимание на энергию влюблённых. Посмотрите, какой там мужчина, собственно, да. Здесь вот он хочет прям, смотрите, проявляться. Проявляться как определенный, знаете, ваш какой-то энергетический хранитель, что ли, да? Как руководитель процессов, возможно, как наставник, как ментор. Он вот это вот все видит, может быть, поэтому еще, да, шестерка. В чувствах, еще одну карту про чувства. Пятерка, что ж такое, король мечей. А он эти чувства сейчас сильно блокирует, да? Он включает, типа, голову. Он включает голову, короче. Ну, смотрите, ему прям очень страшно идти в чувства. Но при этом он видит либо какой-то финансовый потенциал, либо потенциал этих отношений, этой семьи. Он это все видит.
Ну, вы понимаете, что до поры до времени, потому что, по сути, человек-то вам для любви, да, по страшному суду, да, а он что-то пытается в какой-то меркантильный разворот идти. Поэтому, а сейчас, как бы, на вот этой вот энергии, да, вас от этого человека будут прям активно перекрывать. Потому что пока он не разберется, что там, по сути, ему как бы от вас надо, да, и по факту как бы не увидит, кем вы на самом деле для него являетесь. Давайте, вот это общая энергия отношений, То есть чаш, сейчас я еще его почитаю. Потому что опять у меня только женщина одна, да, представлена в колоде. Ну, сейчас на карте. Так, тут чаш, карта мира. Это что, какое-то прямо максимально что-то ресурсное? Цветущий сад или это уже какая-то финалочка? Как перерождение, да? Карта мира. Так, пятерка жезлов, паж пентакли. Здесь будут попытки наладить взаимоотношения, будут попытки наладить взаимопонимание, да? Угу, тройка жезлов. Король чаш от мужчины, кстати. Это будет все происходить от мужчины. Зачем? Так, тройка мечей, пятерка мечей. Потому что он выйдет из состояния обид, залипонов и претензий, и, скорее всего, что-то внятное, знаете, по отношению к вам такие почувствует. Ну, так и надо, понимаете? Потому что, ну, как-то по колесу фортуны явно здесь вот какое-то, смотрите, возрождение, возобновление. Возрождение, возобновление, потому что как-то, видимо, человек подрастерял ценность вашу. Ну, давайте смотреть, что же у нас по руководству и совету, как вам себя вести в этом всем. Ну, смотрите, на самом деле просто будьте наблюдателями и выходите из состояния залипона, страха, боязни, одиночества, потому что это все неправильно, это все не ваше, это все иллюзии, понимаете? Вот, потому что вы легко и в новое пойдете, если захотите, опять же, потому что это ваш выбор, да, создать как бы то, что вы хотите. Вот, соответственно. Немножко вам предлагают выйти из состояния вот этой влюбленной дурочки, да, как бы и оценить как бы ценность себя, да, ценность своих ресурсов. То есть на самом деле происходит вот такое своего рода, знаете, такое рождение Малефисенты, потому что юзали активную доброту, там, честность и красоту, и какой она еще прекрасная была, да. А тут просто вот опять же ситуация такая, что человек должен понять, типа, что зима близко, тепла не хватает, как бы, да, энергии, собственно, нет. Вот, вы, соответственно, эту энергию давать ему перестали. И что, по справедливости, короче, он просто мечется, чувствует себя, опять же, потеряшкой. Потом, значит, начинает хотя бы что-то там создавать, да. Вкладываться уже начинает, кстати, по иерофанту, потому что он начинает понимать ценность, короче, вот, собственно, и начинает что-то делать по императору, да, выходя из своих этих отшельнических залипонов. Условно, начиная возвращать вам те ресурсы, которые вы потратили, да, как бы, и создавать вам радость в жизни и отношениях. Вот такая была позиция по третьему варианту. А с вами была я, ваша нейроведьма.